Подарочный сувенир – ягодный микс «Каприз», «Графские развалины», «Неженка», «Вероника». Более 30 видов тортов и 50 разновидностей пирожных. И все готовится из натуральных качественных продуктов. Для крымского хлебозавода нет ничего невозможного. Стаж этого предприятия – 50 лет. Ровно столько здесь готовят людям праздник. Если это сливки, то это сливки. Если это сметана, то это сметана. Если это сгущенное молоко, то это сгущенное молоко. Это не какие-то заменители или не какие-то сметанные продукты. Если это меланж, то это только яйцо разбитое, это получается меланж. У нас все натуральное. Именно поэтому и срок хранения тортов и пирожных хлебозавода всего 5 дней. Сразу после изготовления их отправляют в холодильник, но буквально через несколько минут продукция уже уходит на прилавки магазинов города и района. В разных уголках Кубани у нее свои поклонники. И, конечно же, есть они и в Крымском районе. Это крымский хлебозавод, он очень вкусные торты делает, всегда свежие, приятные и приятные, как говорится, продавцы. В руках опытных специалистов на крымском хлебозаводе торты становятся настоящими шедеврами. Они способны выполнить любой каприз покупателя, будь то эскиз любимой игрушки или фотография. Сладкую копию от оригинала не отличишь. Хотите вы двухъярусный, мы сделаем вам двухъярусный. Хотите большой, огромный трехъярусный, мы сделаем трехъярусный. Хотите в форме домика там, с какими-нибудь человечками или фигурками, мы сделаем и такой. Хотите мать ежиху с ежатой, там, например, по количеству лет, в основном для ребятишек заказывают, сделаем и такие. Делаем в форме игрушек, в форме фигурок, разнообразные рисунки. Наши мастера стараются именно для вас, чтобы вам было всегда хорошо. Заказать торты можно в магазинах нашего города, а также по телефону или по адресу Крымск, улица Комарова, 30. Телефоны 211-26-8-918-960-84-15.